Евгений Сергеевич готовит сегодня плов со свининой. Все ингредиенты подготовлены. Начинаем. Начинаем, ребята. Масло разогрето на максимальном огне. Закидываем мясо и обжариваем до золотистой корочки. Обязательно. Вот она, золотистая корочка появилась. И сейчас мы будем добавлять лук. Лук у нас также должен быть обжарен до золотистой корочки. Обязательно. Цвет должен быть золотой и у мяса, и у лука. Далее у нас идет морковь. Обратите внимание, как крупно я ее нарезал. Но это будет еще вкуснее. Добавили лавровый лист, добавили чеснок, добавили приправу для плова. Все перемешали, налили воды и немножко тушим. После чего у нас данное блюдо выглядит еще красивее, и время пришло, чтобы добавить рис. Добавляем рис, разравниваем, ровненько делаем, чтобы было все плоско, красиво. И добавляем воду на сантиметр выше риса, чтобы рис был в воде. И вот она красота, ребята. Вы даже себе представить не можете, какой запах. Рис рассыпчатый. Ой, красиво-то как. Все, накладываем в тарелочки, начинаем употреблять. Ой, какая структура у плова. Как это красиво, как это вкусно, как это пахнет. Не забываем мыть посуду, друзья.